Если у нас происходит утечка зерна, на этой балке лежит, когда грохот отходит назад, здесь вот щиток стоит, и между вот этой вот резиной и щитком получался зазор где-то сантиметра 2,5 к 3. Потому что вот эта вот резина провисла туда-назад, и все. В заднем положении щели и зерно высыпало сюда. Но мы, которое идет с подбитера, с приемного и отсюда, вот разлеталось. Но мы сделали фартук еще на этом щитке. И вот мы сделали на этом вот щитке, который там ставится между грохотом и здесь вот, такой вот фартук резиновый сделали, когда зерно, чтобы ударяется и вниз сюда на грохот будет идти. А вот в этом положении, вот здесь вот, вот между грохотом и здесь вот получался зазор сантиметра, около 3 сантиметров где-то примерно. Ну, надеюсь, поможет. Вот так, так выглядит. С этой стороны болтики на 6 поставили. Знаете, вот так вот выглядеть будет. Вот что получилось. Собрали. Получается, вот это вот щиток поставили туда вот резину еще, как получается, удлинили. А здесь вот щель была, когда в заднем положении щель, вот какая, зерно выходило. Ну вот так вот сделали, надеемся, будет нормально. Он еще не до конца назад ушел, еще больше щель образовывается, когда еще назад уйдет. И здесь вот и зерно на балке лежало много будет. На красном так будем делать. Попробуем. И здесь вот получается плотнее сбоку. Как щиток идет, угол этот тоже перекрывает это до конца. На всю ширину резина идет. Да. Получается на уровне вот такой вот примерно. Опущена здесь. Вот она перекрывает вот эту щель. Ну все.